Когда я впервые увидела Дауда, я была несчастной девчонкой, цеплявшейся за жизнь из упрямства. Он перерезал глотки троим, не издав ни звука. Оставил за собой только кровь и смерть. Не знаю, на что я рассчитывала, когда пошла за ним в ту ночь, но он поделился со мной странной магией. И не только ею. Он делился своими навыками, временем, доверием, а иногда тайнами. Он уже не тот. Здесь ему нанесли раны, которые никогда не заживут. И от сожалений он страдает не меньше, чем я. Я-то знаю, каково это. Но я нашла его. И он хочет, чтобы я искупила все его грехи, убив Бога. Аббатство учит нас, что чужой нападает на слабых, что бездна — источник сомнения, ереси и страданий, что в наших бедах виноват чужой. Не знаю, может, это и так. Тот же сон. Отрубленная рука, выколотый глаз. Он до сих пор болит. Надеюсь, это не дурной знак. Я расскажу тебе кое-что о бездне, Билли Лерк. Она касается сознания спящих и умирающих. Иногда сны могут рассказывать только о том, что хочешь забыть. Я знаю, кто ты. Зачем ты здесь? Что тебе от меня нужно? Обычно другие хотят что-то от меня. Но моя метка тебе не нужна, так? Тогда я верну то, что ты потерял. Что? Погоди, что ты... Мир был изранен, а шрамы достались тебе. Ты изменилась навсегда. Понравится ли тебе? Что он со мной сделал? Конечно, он все-таки явился. Забрал мою руку и мое лицо. Это из-за снов? Из-за Дауда? Гвардия одолела безглазых? Ха, ну да, как же. Что с тобой? Это сделал чужой. Что он сказал? Мне давно снятся кошмары, и его в них нет. Но мне хорошо. Я чувствую силу, словно много лет назад. Он не предложил мне свою метку. Просто наговорил какой-то ерунды и оставил вот это. Никогда не знал, что нужно ублюдку. Будь осторожна. За дары чужого приходится платить. И об этом ты узнаешь, когда плата уже внесена. У меня не было выбора. У меня тоже. Моя связь с бездной слабеет. Нужно действовать, пока она не забрала меня навсегда. То есть ты знаешь, что делать? Ты узнал способ убить чужого? Но как? Я долго искал ответ. Объездил острова, нашел дюжину безумных культов. Но безглазые не просто секта. У них есть реликвия, нож, который создал чужого 1000 лет назад. Он здесь, в Карнаке. Нож. Ясно. И я должна его украсть. Да. Нужно найти лидеров безглазых и выяснить, где они прячут нож. Это влиятельные люди, богатые, знатные. Имен не знаю, но их выдают таинственные татуировки. Громилы из боксерского клуба говорили, что татуировки делают в Красной Камелии, в верхней части Кири. Поняла. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Отдыхай, Дауд. Я больше не мог делать это один, Билли. Спасибо. Эта татуировка была у всех громил в клубе. Да, давно это было. Откуда это у тебя? Я много лет его не видел. Когда я уехала из Дануолла, они появились везде. И ты его хранила? Осторожно, ностальгия — опасная штука. Аббатство обывателей учит нас ненавидеть его. Что ж, они правы. Значит, теперь мы служим аббатству? Они убьют нас при первой же возможности. Нет, аббатству не нужна наша помощь, а нам не нужны они. Не может быть. Рука, она глаз, все как во сне. Морская вода в устанах корабля. Обедом, то я трупная оса. Вот что я вам скажу. Этот запах. С чем они смешивают чернила? Шань Юн, певец, и городской администратор Айвен Якоби. Важные люди. Имя третьего главаря не названо. Чего же я такого сожрал? Условный стук? Серьезно? Я бы, заразись я личинками трупных ос, я бы, наверное... Стража. Я изменилась, но они все равно меня узнают. К ним лучше не подходить. Из-за чего задержка? Я прождала 3 часа, назад. Но Шань Юн так и не появился. Ты уверен, что он там? Ты его видел? Птица севера капризна. 3 часа всего-то. Прошлый раз я прождал 3 дня. Не понимает посетителей. Но когда наконец понял, что каждая секунда ожидания того стоит. Но не было ничего, кроме халата. Есть хочется. Да ладно. Давай уже начнем. Я хочу еще зайти в паб потанцевать с Молли. Все готово? Почти. Я включил охранные системы на этаже. Если кто вдруг и проскользнет, его ждут неприятности. Хорошо. Помнишь дамочку, что пришла за автографом Юня? Пол ударил ее током, и она заверещала, как крыса в машину. Я думал, такие ноты берут только... Дорогое хобби. Что из-за концерта ее не услышали. Это новое. Перфокарты быстро распродаются. Последний выходной у меня был еще в месяц льда. Мне уже давно пора взять выходной и заняться своими делами. Подал заявку на новые сапоги, и что мне выдали? Носок. Один никчемный носок. В горле пересохло. Сейчас бы виски или еще чего, а хоть бы и того пойла за 2 монеты. Killing bound its spirit to the void. Необычный сейф. Но я их столько взломала. Справлюсь и с этим. Кровавая настойка спектра открыла мне глаза. Парить. Пространство между жизнью и смертью, почти сделать последний шаг в бездну. Мне пришлось бы отдать целое состояние, чтобы его послушать. Но я здесь не за тем. Ага, высокопоставленные друзья. Похоже, тот нож. Дауд был прав. Ключ от сейфа, песня? Хм, необычно. Наверное, это тот самый нож. Он в хранилище. Повезло. Похоже, нужно найти второй ключ. Ты это видел? Это был. Думать не смейте. Какая дерзость. Никто не смеет сказать мне нет. Если, конечно, хочет получить. Коллибран Плаза? Нужно навестить Айвена Якоби. Я что, так много прошу? Заклинилась. Закрой люк! Я не хочу провалиться в него посередине речи. Ты слышал господина Якоби? Закрой проклятый люк. Да, сэр. С вами, как только получу новые данные. С уважением, я. Жители Карнаки, я требую отмены закона о перераспределении заброшенных кладбищ. Перепахивание могил оскорбляет усопших и бросает тень на живых. Неужели вы хотите, чтобы дорогие вам... Нет, это не то. Перепахивание могил оскорбляет усопших и бросает тень... Нет, с чувств перепахивание могил оскорбляет усопших... Где же Уинстед с бумагами? Отдам ему ключ от дома, пусть принесет мне другое пальто. Это испачкалось. Перепахивание, перепахивание... Да что за слово перепахивание? Стоп. Кажется, придумал. Неужели вы хотите, чтобы... Нет, шутки про мертвых — это большой риск. Публика может решить, что это пошло. А, или с той жуткой историей. Стук в окно. Она восхитительно зловещая. Нет, нет, все не то. О чем я думаю? Жители Карнаки. Нет. Дорогие жители Карнаки. Милые, милые жители Карнаки. А! Думай, Айвен, думай. Мертвые теряют покой. Нет, мертвых лишают покоя. Блуждающие души следят за нами, жителей Карнаки. Нет, это напугает публику. Жители Карнаки, я требую отмены закона о перераспределении заброшенных кладбищ. Перепахивание могил оскорбляет усопших и бросает тень на живых. Похоже, тот нож. Дауд был прав. Наверное, это тот самый нож. Он в хранилище. Повезло.